Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим сегодня о замечательной игре, которая сейчас есть в Epic Games бесплатно. Очень классная игра, мне понравилась. Я посмотрел просто ролик. Мне понравилась графика, я решил ее скачать. Сейчас эта игра бесплатная до четверга 29-го. 29.07.2021 в 6 часов заканчивается это Вердан, Western Front. В безжальной окопной войне вам и вашему отряду предстоит участвовать в напряженных наступлениях и оборонительных операциях. Вердан – первый многопользовательский шутер от первого лица в реалистичном антураже Первой мировой войны с уникальным игровым процессом. Жанр – экшен-шутер. Рекомендуется 8-10 винда, Intel Core i5. Частота 3.3, 8 гигабайт ОЗУ, 12 гигабайт свободного места, DirectX 10, не ниже GeForce GTX 960M или Radeon HD 7750, 4 гигабайта видеопамяти. Шутер, на удивление, оказался очень интересным для меня. Отдача от оружия, ты чувствуешь оружие в руках. Это очень прикольно, классно, когда ты можешь почувствовать. Вот эти выстрелы, когда ты стреляешь. Конечно, есть над чем работать, есть куда стремиться. Первый взгляд очень понравилось. Что-то новое, в такое еще не играл. Хочу отметить игру со снайперской винтовкой. Мне очень понравился оптический прицел, он выглядит очень реалистично. И по сравнению с другими играми, сложно разобраться, как с ним сразу работать. Успейте получить шутер бесплатно, пока это и возможно, потому что он еще такой сырой, как бы, ну не хочется на него тратить деньги. С вами был Розе, всем пока.